Wi-Fi связан с распространенными городскими легендами о поездах мертвецов, железнодорожных составах или поездах метрополитена, заполненных призраками, встречи с железнодорожными летучими голландцами, по поверью, приносит неудачу, а в худшем случае и вовсе может превратить очевидца в еще одного пассажира, душа которого будет обречена на вечные скитания в кругу товарищей по несчастью. Судя по деталям видеозаписи, география съемок охватывает все части света. В большинстве случаев, судя по конструкции локомотива и вагонов и одежде фигурирующих в видео людей, съемка производилась в первой половине 20 века, однако в нескольких вариантах фигурируют поезда современной конструкции, люди в современной повседневной одежде. Варьируются также и сведения о длине видеозаписи. Она может продолжаться как 15-20 секунд, так и вплоть до 2 минут. Объединяет видеозаписи только то, что все они являются черно-белыми. Судя по отзывам пользователей, обнаруживших на своих компьютерах данный файл, он подчиняется константам особых фаз. Кроме того, воспроизведение отличается дополнительной особенностью. Его нельзя остановить или поставить на паузу до тех пор, пока запись не закончится. В начале каждого видео показывают поезд. Немного позже показывают внутренности поезда. Вагоны заполнены трупами, как усаженными на сиденьях, так и в повалку лежащими на полу. Видеозапись сопровождается звуковой дорожкой, состоящей из бинауральных ритмов. При попытке закрыть проигрыватель ничего не будет получаться. Удалить файл никак не получится. Неблагоприятное воздействие заключается в спровоцированных просмотром ночных кошмарах, в которых фигурирует поезд мертвецов. Информации о более сильных негативных эффектах отсутствует. Но как вы уже знаете, наверное знаете, что на самом деле это всего лишь поезд и кадры с фильма «Метро»